Всем привет! Сегодня у нас посылка с торговой площадки AliExpress. Здесь у нас в этой посылочке лежит электронная сигарета от фирмы Joytech Ego IO. Надеюсь, вы про нее слышали, потому что на YouTube очень-очень и очень много обзоров на нее. То есть она для новичков, кто решил перейти с аналога на пар, так называемый, то есть с обычной сигареты на электронку. То есть я уже курю очень много лет, и меня очень-очень дико начал бесить этот дым, этот запах изо рта, запах от одежды, ну, неэстетично. И вот решил попробовать, то есть посмотрел изначально обзоры. Все как бы рекомендуют для начала. Думаю, ну давай, из Китая заказал, то есть заказывал я ее 12 декабря 2016 года. Сегодня у нас уже 10 января 2017 года. Всех с прошедшим Новым годом и Рождеством. Вот, вот такой вот нам пакетик китаец прислал. Вот тут сигарета с пупыркой, все хорошо. То есть сама коробочка у нас не пострадала, да? Нет, не пострадала. Так, вот здесь вот мы можем видеть. Сейчас надо из пакетика достать. Сигарету я заказывал Silver, тут, то есть, указано Silver. Так, коробочка, сразу скажу, такая очень интересно выполнена. Ну, давайте вскроем, посмотрим, что там у нас таится. Так. Надеюсь, вам нравятся распаковочки. Вот. Вот здесь вот теперь. Вот теперь будет, наверное, все нормально. Нет? Ну ладно, я вам тогда технические характеристики, особенности чуть-чуть попозже зачитаю. Коробка реально очень хорошая, то есть такая толстенькая, уверенная. Тут у нас написано Ego IO, All-in-One Style. All-in-One переводится как все в одном. Сигаретка. Ой, какая маленькая. Блин, я не знал. То есть в моей руке она лежит так достаточно интересно. Тут сразу у нас он штук, или дрип тип, как ее все называют. 510 стоит. Здесь у нас газоотводная камера. Ну, сильвер такой интересный цвет. Металл, нет? Да, металл. Так. Сигаретку отложим давайте. Так, дальше. Дальше мы смотрим, у нас тут карта. Предостережение тут. И гарантийный эталон, и как с ней обращаться, то есть инструкция по эксплуатации. Вот и все. Кому интересно, почитайте, мне как бы это, ну, не очень интересно. И проверка на оригинальность, да, наверное? А, нет, здесь. То есть можно вписать свое имя, фамилию и что-то еще. Не знаю. Вот такая вот очень-очень-очень хорошая коробочка. Знаете, одна коробочка стоит, наверное, ну, в России вот она стоит, эта сигарета сейчас по распродаже. Мне друг скидал 1490, покупал ее, получается, за 941 рубль в Китае. То есть ждать или не ждать, или просто купить где-то у вас в городе. Если она не сильно дорого, то, в принципе, не знаю, дело ваше. Так, ну что ж, давайте немножко, наверное, особенности сейчас, да? Ты немножко подготовился, давай. Давайте я вам зачитаю все. Оптимальная черта электронной сигареты Ego IO — монолитная конструкция, реализованная по принципу все в одном. То есть All-in-One все в одном, как я говорил ранее. Объединив клиромайзер и батарейный блок. То есть вот. Откручивается все у нас. Сейчас все покажу. Устройство в общем корпусе. Инженеры Joytech смогли сделать модель более компактной. Ну, размерчики очень-очень маленькие. Ну, да, компактность есть. Компактный, элегантный, удобный в использовании. Самое удивительное, что по вкусопередаче, даже здесь есть некая вкусопередача, потому что я смотрел тоже у блогеров, то есть там вкусопередача есть, конечно, но не такая, как на дрипках или там, ну, таких серьезных багах, конечно. Но все же для новичка, для начала, это очень даже ничего. И пара генераций. То есть, тут еще и пар, ну, как бы более-менее так. Не как на обычной игошке, там, за 300 рублей. Миниатюрная новинка в разы превосходит большинство одноклассников. То есть, у Joytech есть еще же конкуренты, как вы понимаете. Потому что рынок-то у нас не дремлет. Все, новое и новое каждый день все выпускают.
Принципиально новая система защиты от детей. То есть вот так вот крутишь, 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 нет, крутишь. А ребенок же не догадается надавить немножко и открутить. Вот так вот, очень интересно. Надеюсь, вам это интересно. Я очень сильно стараюсь, я очень сильно подошел к этому обзору. То есть я все выписывал, все что-то там штудировал, все что-то находил. То есть, ну давайте дальше почитаем. Принципиально новая система защиты от детей включает в себя не только стандартную возможность блокировки устройства, но и использование фиксатора крышки корпуса, чтобы открутить верхнюю часть ЭГАЙО и получить доступ к резервуару для жидкости, придется приложить некоторые усилия. При этом у самого пользователя эта операция не вызовет никаких затруднений. Достаточно прикрутить крышку к основной части конструкции и открутить ее по часовой стрелке. Электронная сигарета ЭГАЙО получила встроенную защиту от короткого замыкания, то есть КЗ так называемого у вас не будет. Ну, надеюсь, что не будет, потому что, зная себя, у меня может быть все. Так, переразряды и перезаряды. То есть, если вы даже на ночь ставите сигаретку заряжаться, кстати, USB очень-очень мудрое решение. Сделали вот здесь. А коробочку мы не открыли сами. Эх, ну ладно, давайте я уже дочитаю и перейдем к коробочке к этой. А встроенную защиту от короткого замыкания и перезаряда. Благодаря этому обстоятельству устройство отличается высокой надежностью и не требует от пользователя никаких специальных знаний. Парите в свое удовольствие и не думайте о мелочах. Так, ну давайте теперь, наверное, к технической части перейдем. А бачок у нас 2 мл. Вот здесь вот, как вы можете видеть сейчас. Макс тут написано у нас, максимум той жидкости. Вот по эту рисочку можно наливать только. Ни больше, ни меньше. Ну, меньше, наверное, больше, но больше... Нет, меньше, наверное, можно, но больше, наверное, не стоит. Потому что как вы закрутите, ну, все, испаритель полностью. Тут вот, как видите, испарителя еще нету. Если вы поставите испаритель, то как бы все вытечет у вас, вся жидкость вытечет просто и... Как бы не очень будет камильфо, как говорится, да? Вот. Что еще? Батарейка 1500 махов, ну, миллиампер часов. А у одного чувачка, короче, я смотрел обзор, он подключал всякие эти штуковины. Я не знаю, как они называются. Короче, выдает не 1500, а 1720. Я не знаю, может быть, он как-то подкрутил, может быть, что-то еще. Но я как бы склонен верить, почему нет. Объем клиромайзера я сказал. Извините, что так заикаюсь. Я очень ждал, правда, эту сигарету. Прям радости, как у маленького, полные штаны. Просто, правда, очень-очень надоело уже курить эти сигареты. Диаметр 19 мм, высота 118,5 мм. Цвет бывает. У продавца тоже есть, я ссылочку оставлю. Обязательно заходите, посмотрите. Там разные цвета. Вот черный-белый, черный-серый, красный. И белый, черный, серебряный. Вот сильвер у меня серебряный. Еще забегая вперед, я еще заказал чехол для этой сигаретки. Тоже на AliExpress, тоже ссылочку оставлю. Вот. Ну и все, в принципе, давайте сейчас посмотрим, что у нас вот здесь закроилось. Сигаретку немножко отложу. Давайте лучше положим, то иначе я уроню еще. Так, что нам Joy Touch еще подарила? Так, это микро USB зарядная. И два испарителя. Сейчас один откроем, все равно мне нужно будет открывать. Вот такой вот испаритель. На 0,6. И SS 316. От 15 до 28 ватт. Вот, давайте дальше. Оп, еще один дриптипчик или мундштук по-нашенскому. Он обычный. А тут у нас идет спиралевидный. То есть продавец уже или фирма установила уже изначально. То есть мундштук тут спиралевидный идет. Очень, кстати, интересный мундштучок такой. Он, когда жидкость даже нагреется, он не будет плеваться. То есть вот эти вот спиральки будут задерживать эту горячую жидкость и попадание в рот минимально. Так, вот я открутил, то есть отсоединил. Вот и все. Тут у нас идет аккумулятор.
Все, в принципе, все. На этом все. Закручивается у нас испаритель. Испарители, кстати, эти не проблема найти. Даже в России можно купить их там. Ну, они, конечно, будут дороже. Потому что я в Китае находил комплект. 4 штучки, получается, там было. За 500 рублей, что ли. Вот. А в России он стоит одна штучка 250 рублей. Вот, то есть в Китае лучше, наверное, заказать заранее, чтобы когда они придут в негодность, а испарители нужно менять каждые 2-3 недели. Ну, конечно, пока вы не почувствуете гарика. Так, давайте, наверное, зальем жидкость. Нет, надо вначале, наверное, проверить заряд ее. Сейчас проверю заряд, залью жидкость, покажу, какой жидкостью буду парить. Сейчас будем заправлять нашу сигаретку. Вот я уже здесь жидкость приготовил. Courier, Jager. Это российская фирма жидкости, в принципе, себя зарекомендовала на рынке вейпинга неплохо. Сейчас попробуем на Ego IO. И будет ли вообще какая-то вкусопередача. Здесь у нас Jager, это микс фруктов разных. Вот сейчас посмотрим, что у нас получится. Вот такая вот у нас носик такой. Так, парисочку не забываем, наливаем парисочку. Еще нужно нам смочить. Так, банка жесткая, сразу хочу сказать. Надо на нее с такой силой прям надавливать. Так, еще что хочу сказать, что нужно смочить перед первым применением испаритель обязательно. То есть промочить, не жалеючи его так, чтобы не словить сразу гарика. Давай, давай, давай. Так, давайте это муторное дело, сейчас я полностью заправлю. И вернусь к вам. Так, все заправили. Парисочку у нас, все как надо. Отваживаем в сторону, откручиваем испаритель сейчас. Так, открутили. Так, давайте прокапаем его немножко. С бочков обязательно все, чтобы было у вас хорошо. Здесь вот, как бы вам показать-то. Главное не попасть вот в ту камеру. Так. Сейчас мы прокапаем все. Сейчас смочим. Испаритель наш смочим, смочим. Очень такая жесткая баночка, неудобно одной рукой. Сейчас, сейчас, сейчас. Еще есть жидкость у меня. Квал Парот. Десерт. Наверное, его тоже сегодня затестим. Ну, сейчас я расскажу про свои впечатления. Есть ли вообще какая-то на этой сигарете вкусопередача? Ну, говорят, что есть. И в обзорах многие говорят, что есть. Вкусопередача для такой, ну, ценовой сегмент, что неплохая вкусопередача. Сейчас все сделаю и вернусь. Так, снизу и сверху промочили немножко испаритель. Сейчас можно прикручивать его, в принципе, к камере, но вот руки. После жижки нужно сейчас вытереть будет руки и прикрутить к камере его. Так, все установили, в принципе, вот. Видите, почему нельзя переливать парисочки? Потому что когда вы вставляете вместе с испарителем всю эту конструкцию, жидкость поднимается. То есть если мы бы залили больше, было бы намного больше. Вот, которую выбрали по цвету, та и сохраняется. Сейчас. Вкусная шишка. Как пахнет. То есть, ну, мне нравится. Реально, вкусопередача очень такая неплохая.
для этих денег. То есть однозначно советую, и жижка тоже хорошая, надеюсь, у вас в вейп-шопах такая есть. И недорогая, 250 рублей за 30 мл, 3 миллиграмма никотина, то есть вот сразу конденсат, как видим. Надеюсь, вам в это видео было полезным. Подписываемся на канал, ставим лайки и ждем новых видео. Всем пока-пока.